Всех приветствую на канале Helping Animals. Упавшая в колодец собака несколько часов пыталась держаться на плаву. В индийское агентство по спасению животных Animal Aid поступил звонок. Звонивший сказал, что уже на протяжении нескольких часов в местном колодце за свою жизнь борется, упавшая вниз, собака. Спасатели приняли вызов и выехали на место. Как только спасатели приступили к осмотру ситуации, то увидели этот поразительно живой и молящий о спасении взгляд. Все тело собаки содрогалось от озноба. Проведенное в холодной воде время начинало давать о себе знать. Это также осложнялось тем моментом, что никакой возможности выбраться из воды у животного не было. Даже во время спасения, которое длилось чуть более получаса, собака временами соскальзывала со стенки колодца, где на время переводила дух и пыталась удерживаться на воде. Из последних сил пес продолжал держаться за остатки надежды выжить. Профессионалы своего дела с особой осторожностью провели операцию по спуску и подъему. Непосредственно спуск не занял и 5 минут. После чего, поднятое на поверхность испуганное и мокрое создание отвезли в ветеринарную клинику. Собаку осмотрели на предмет полученных увечий, провели необходимые процедуры. Через несколько дней от произошедшего несчастного случая уже остались только воспоминания, и все потихоньку из памяти пса стало стираться. Теперь можно снова резвиться, играть и радоваться жизни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.